Когда вам нужны деньги, они нужны вам именно сейчас. В отличие от других сервисов, Займер.ру – это робот онлайн-займов. Он работает без участия человека. Как только вам понадобятся деньги, заполните заявку онлайн, и нужная сумма моментально будет отправлена вам на карту. Займер.ру – лучший способ быстро занять деньги. Привет. Ну, 5 человек, 6. Че никто ничего не пишет? Че за дела? О, привет. Приветик. О, неужели? Как дела у вас? Спасибо. Давненько не общались? А мы с тобой раньше общались? Тоже клёво. На Новый год. Я не помню тебя, хотя и вроде, я не знаю. Я про хату спрашиваю. А, ты про перископ подумала о твоей жизни? Я вообще офигела, я же думаю, на Новый год я вроде бы не могла. Естественно, наверное. Я просто... Я могу, конечно, вести себя вот так, сесть в позе и не шевелить лицом, чтобы, не дай бог, мне что-то... А, ты стрель... Ну, что... ну, заметьте, короче. Как насчет? Как насчет чего? Я корни покрасила. Ха-ха. Теперь я нормальная. Это бывали, а то у меня такие корни отросшие были, это пипец. Пообщаться в лифчике. В личке. Блять. Нет, спасибо. Моя подруга, она голову моет. Но она скоро придет. Но вряд ли я вам покажу, потому что она будет на меня очень сильно злиться. Спасибо. Так. Снова все утихли. Тишина. Все. Как Москва стоит. Только кто это? Как белый, да. Спасибо. А ты кто? Кто спрашивает про Москву? Просто я не знаю. Я не могу. Это Краснодар. Погода очень холодно. Я сегодня ходила вообще. Я ненавижу холода. А что про Краснодара? Кто может быть с Краснодаром? Или откуда ты написала? Я уже забыла. Приезжать на юг, но в скором времени, я думаю, ну я поеду в Пятигорск. Возможно. Ну, не знаю. Но мне паспорт надо менять. Мне же уже 20 лет. Это... Так обидно. Ты как раз Пятигорска? Клёво. Большая девочка. Конечно, большая. Хочу обратно в детство. Как, вот так?
Я просто хочу долго научиться держать, чтобы сжечь язык нафиг. Лучше просто глазом. Лучше этот бутылки буду глазом открывать. Пивные такая, чу, в перископе. Я не работаю, не учусь. В медицинском. Бездельница. Ну и что? Вот, а когда мне еще побездельничать? Потом я стану совсем старая, и тогда придется уже работать. Аня? Да, Аня тоже. Сейчас. Но... Что, серьезно? Потом, вот сейчас я молодая, можно побездельничать, подыхать, а потом как стукнет тебе 25, все, у тебя уже дети, муж, семья. Да, наверное. Отчаянно. Тебе 25? Ну, ты мальчик, правильно? Ты же мальчик. С кошкой живешь? Я живу с Аней, Лешей, крысами. Ну вот, ты ж мальчик. От мальчиком еще можно это тусоваться. И не париться до 30-ки точно. А вот девушки до 25 лет по-любому надо что-то с собой сделать. Иначе потом уже этот в натуре только с крысами не буду жить. Лёша — это Анин молодой человек. Ну, хотя с крысами тоже неплохо, знаете. Ага, конечно. Если меня сейчас никто не забирает, то я думаю, к 30-ке меня точно никто не заберет. Я одно время недавно удалила вообще перископ, подумала, нафиг он мне нужен. А потом что-то мне стало скучно, вот как сейчас. Я решила, что почему бы не вернуться обратно. Наведаешься в гости? Нужен, я не знаю, нужен или нет. На самом деле, постоянно трата времени. Просто бывает так скучно. Ну, скучно бывает редко, судя по моим трансляциям. Но сейчас вот именно этот момент. Я просто рисовать начала. Читаю. Я сейчас читаю книгу клёвую. Только не помню, как называется, но я могу посмотреть. Оставь Песков. С тобой, со мной. Конечно, со мной интересно. Жанр? Ну, там больше как, не знаю... Ну, это как типа биографии, но что это такое? Воспоминания. Там про чувака, который писателем был, и он был уже взрослый, у него было там две жены, он там рассказывает про свою жизнь. Нет, спасибо, я не пью. Ну, редко. О, я отскриню. Ну, я слышала про него, кстати. Нет, я имею... там четко, короче, книга. Я сейчас... Ну, у меня онлайн-книга, я читаю только... Прочитала только 27% из всего. Ну, там она большая довольно-таки, я это прочитала за 3 дня, потому что у меня подписка заканчивается через неделю. И надо будет оплачивать, а у меня... Надо карту привязывать. А мне лень. Потому что я одну привязала, еле отвязала, потому что я ее потеряла. Теперь вот вторую надо привязать. Я буду скринить. Кстати, что кстати? О, ну неприятно. Чумовая тату, спасибо. А где ты видел? В Инстаграме, наверное. Да, обожгу и все. Зато есть не буду. Меньше буду жрать, наконец-таки похудее. Ты представляешь, жру, у меня рот вообще не закрывается. Жру так, как будто меня уже замуж забрали. Там целоваться не будешь. Ну да. Спасибо. Да, поверь, не надо худеть, поверь. Я так жру, что мне очень сложно остановиться это делать. Не, ну бывают такие переломные моменты, когда я встаю и думаю, все, хватит жрать. Что за свинство?
Ну, я... бывают такие моменты, что я могу долго не есть. Но это редко. Когда Пятигорск. Ну, я не знаю, я собираюсь летом. Встретишь? Не надо. Не этот. Короче, я просто летом собираюсь лететь на острова. И там так здорово. Мне нужно поменять, ну, вообще восстановить паспорт и поменять, ну, и сделать новый. И мне надо, чтобы мне шенген открыли. Ой, я не помню, как называется. Нет, не на Гоа. Ну, это, короче, я или даже, не знаю, или, может, даже в Бразилии, или в Америку. Но я еще не решила, короче, куда. Но выбор очень большой. Меня этот зовут просто. И я хочу на месяц туда заскочить. Это будет так здорово, я уверена. Ну, пипец. Вот то этот. Круто. Конечно, круто. Но я надеюсь... Природа. Но я надеюсь, что... Я просто еду с девочкой, которая уже... Я была только в Египте в том году. С родителями. Они меня этот свозили туда за то, что я сессию закрыла. Или за то, что они сами захотели. Но суть не в этом. Опасен. Опасен. Ну да, уже не полетим. Но уже и закрыли. Я полетела, честно. Честно, я бы сама сейчас скочила к нам, взяла бы паспорт, сама бы одна свалила. Что-то так хочется бы одной побыть. Но я бы не забывала про вас и заходила бы и транслировала со мной. Нет, одной не поеду. Там девочка клевая. Ну, жена, о, девушка бывшая брата. И она работает в турагентстве. И она, ну, не турагентство, она типа водит экскурсии там. И у нее очень большие эти скидки на перелеты и на все остальное, на отели. И вот она меня зовет, типа, вот, там дешево очень. Но на самом деле очень дешево выходит. И я по-любому поеду. Надо только паспорт сделать. А надо паспорт ехать в течение, наверное, месяца, поеду, сделаю. Только надо серьезно. Привет. Как дела? А то я постоянно, честно, я уже не знаю. Если это езжу в Пятигорск, вот, и у меня мысль одна, восстановить паспорт. Ну и, увы. Дальше этих мыслей ничего не происходит. Три человека так мало, так тухло. Раньше, я помню, было много, собирала просмотров. Вот что значит отойти от перископа. Если раньше трансляции каждый день вела, то сегодня, сейчас уже все. Контингент людей потерян. Ну, не важно. Это не так серьезно. Блин. Что? Блин. Пора в бой. В какой бой? А, давай, такой я не кажется. А, ну, пока. Аня, привет, от дознавателя. Я поняла, у меня все сбилось. Короче, просто. И чё, все молчат? У меня телефон чесает, поэтому я пока остановлю.